подтверждают качество нашей серии «Эко-бьюти». И особенно я хочу обратить ваше внимание на сертификацию «Экосерт». Именно этот сертификат подтверждает, что в составе средств содержится не менее 95% натуральных ингредиентов. Именно этот сертификат подтверждает, что средство не содержит генномодифицированных компонентов, не содержит парабенов. Фактически это основное подтверждение натуральности и природности косметики. Итак, если мы посмотрим на нашу работу, как на работу лидеров, современных предпринимателей, где, в каком случае нам стоит обратить внимание наших клиентов, наших бизнес-партнеров на работу с серией «Эко-бьюти». И здесь я хочу обратить ваше внимание на два случая. Во-первых, мы говорим, что вся коммуникация, все продвижение средств по уходу за кожей лица фокусируется на таком инструменте, как сессия. Мы вчера с вами именно об этом говорили. Так вот, после сессии, после общей сессии, гость переходит к индивидуальной консультации. На индивидуальной консультации, разумеется, мы делаем первый, самый важный, самый яркий акцент на интенсивных средствах ухода за кожей лица, а именно на серии NovAge. Но если клиент говорит, что, знаете, я не могу позволить себе приобрести такой дорогой уход, к сожалению, совсем, ни отдельный продукт у меня не получается. Здесь вы предлагаете ему каталог, и в дальнейшем он может в каталоге подобрать себе комплексный уход, и здесь можно сделать фокус на эко-бьюти. И второй вариант, если клиент изначально говорит, что я хочу пользоваться исключительно натуральными продуктами, максимально органическими. Здесь вы также предлагаете сразу серию эко-бьюти. И я с удовольствием перехожу к следующей мечте. Мечта о восхищении. И здесь я представляю вам супер новинку серии The One. Это жидкая помада Мусс. Я прошу внимания на экран. Мы посмотрим ролик. Да, очень яркая новинка. И в первую очередь я хочу обратить ваше внимание на значимость этого продуктового запуска. Для того, чтобы обратить внимание лидеров, обратить внимание клиентов на величину запуска новинки, в компании есть несколько инструментов. Это видео, которое вы только что видели. Но самый очевидный инструмент — это каталог. Вот вы, как лидеры, прекрасно знаете всю нашу систему, весь наш процесс подготовки каталогов. Кто обычно изображен на обложке каталога? Звезда. Еще. Модель. Абсолютно правильно. В 90% случаев на обложке каталога у нас изображена красивая, модная, трендовая модель. Девушка. Здесь же у компании есть такой акцент, как изобразить продукт на обложке каталога. Более того, этот каталог очень необычен тем, что помимо того, что на обложке продукт, обложка имеет необычное качество. И у меня есть для вас приятный сюрприз. Сегодня вы убедитесь в том, что обложка действительно потрясающая. Матовая. Она объемная и матовая. Да. И если мы говорим именно о новинке, о том, в чем ее преимущество, в чем ее тренд, это, конечно, матовое покрытие. На рынке становятся все более и более популярными продукты для именно для макияжа губ с матовым покрытием. Но в чем преимущество
конкурентоспособное нашего продукта. Это сочетание матовой легкой текстуры и яркого цвета. Фактически это совмещение несовместимого. Если яркий насыщенный цвет, значит и текстура будет плотная. Плотная, как у помады, к примеру. А здесь у нас легкая матовая текстура и прекрасное яркое покрытие. И, разумеется, в рамках фокуса именно на декоративную косметику, на бренд подиумной косметики The One, у нас запускается потрясающий яркий проект. Проект, который называется «Без ретуши». Я хочу немножко более подробно рассказать о том, в чем заключается проект, кто может поучаствовать и в чем счастье для вас, как для лидеров в этом проекте. Этот проект заключается в том, что все больше и больше мы проводим времени в социальных сетях. И как воплощение нашей личности в социальной сети становится наша страничка и фактически наша фотография, аватарка ее еще называют. Но сейчас у нас есть огромное количество инструментов, программ, фильтров, которые могут превратить абсолютно любую фотографию, любую девушку в красавицу. И мы говорим, что с помощью косметики The One от Oriflame каждая девушка может выглядеть вживую еще лучше, чем даже на самой отредактированной фотографии в социальной сети. Участвовать могут абсолютно все. Можно прислать и загрузить свою фотографию с 9 по 25 мая на сайте Oriflame. При этом, помимо того, что нужно загрузить, еще и выбрать одного из четырех привлекательных, успешных медиаперсон. И после 25 мая четыре холостяка выберут одну девушку, с которой они пойдут на свидание. Уже 3 июня появится видеоролик, в котором будет выбрана первая девушка. И для того, чтобы помочь ей стать лучше вживую, чем даже на самой яркой фотографии, The One организует бьюти-команду, которая поможет девушке подготовиться к свиданию. И в эту команду входит официальный визажист Oriflame, российский дизайнер Дарья Бардеева. И, разумеется, весь проект будет сопровождать, транслировать, коммуницировать наш уже полюбившийся, известный телеведущий Игорь Лантратов. Да, мне кажется, это действительно интересный повод, медиаповод. Итак, девушка будет готовиться к свиданию с помощью нашей команды, и затем каждый вторник с 7 июня